Всем привет! Сегодня ко мне приехали наушники от фирмы Tronsmart, их новая моделька Apollo Air Plus. Такая вот у них коробка, на ней, кстати, написаны некоторые характеристики наушников. Например, проигрывание музыки 20 часов, также у них есть 6 микрофонов, по 3 на каждом наушнике, шумоподавление, ну и другие характеристики. Можете нажать на паузу и посмотреть их сами. Открыв коробку, нас сразу же встречает зарядный бокс и наушники, которые лежат отдельно. Дальше идет конверт с инструкцией и гарантийкой. Ниже небольшой кабель для зарядки и комплект амбушюр. Ну и еще ниже фирменная сумочка для хранения наушников. Это в принципе и вся комплектация. Теперь что касаемо бокса и наушников. Зарядный бокс белого цвета с перламутровым отливом. Спереди у него расположен один световой индикатор, а на задней стороне разъем под зарядку и кнопка для синхронизации. Касаемо наушников, можете сами видеть, какой у них форм-фактор. Также, как я уже и говорил, на каждом из них находится по 3 микрофона. Но еще у них есть одна сенсорная кнопка. Что касается управления, то все хорошо описано в инструкции. Но если вам не нравится такой расклад управления, можете скачать специальное приложение и все настроить под себя. И это, кстати, очень большой плюс. По удобству наушники в ухе лежат хорошо, держатся отлично, даже при активном занятии спортом. Довольно-таки комфортные. Да, они немного выпирают из уха, но это уже дело третье. Самое главное – это то, как они звучат. Звучание у этих наушников очень хорошее, все частоты звучат сочно и отдельно, нет ощущения, что музыка превращается в кашу. Если честно, такого звучания я от них не ожидал. Могу только сказать, что это лучшие наушники от фирмы Tronsmart, которые я когда-либо слушал. Ну и еще пару слов о наушниках. Они поддерживают беспроводную зарядку, умеют пыль-влагозащиту по стандарту IP45, хорошие кодеки, ну и активное шумоподавление, которое неплохо справляется со своей задачей. Шумоподавление, кстати, тоже можно настроить через приложение. В общем, наушники очень хорошие и своих денег они точно стоят. Ну а я с вами прощаюсь, ну и скоро увидимся.